Мир превратился в одно большое репортерское мобильное сообщество. Ничто не укроется от любительской камеры. Однако и благодаря простому гаджету при необходимой профессиональной обработке можно преподнести вполне себе хороший материал. Тренер BBC по мобильной журналистике Марк Робертсон в эти дни проводит семинар-тренинги с сотрудниками национальной телерадиокомпании Узбекистана. Какие новые формы подачи и передачи предлагает эксперт в материале программы? Много задач, огромный пласт информации и совсем мало времени. Приблизительно так можно описать жизнь современного журналиста. Облегчить его работу призваны так называемые high-level технологии. К примеру, смартфонов, да и интернет позволяет передавать информацию практически мгновенно. В числе первых, кто внедрил в свою практику мобильную журналистику, британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC. Сегодня она вкладывается в развитие этого проекта и предлагает репортерам курсы, которые должны помочь им эффективно работать, когда в ход идут гаджеты. При поддержке национальной телерадиокомпании Узбекистана учебные занятия с представителями BBC проходят и в Ташкенте. Кстати, это не единственный совместный проект. Сотрудничество между двумя компаниями за последние 2 года вышло на совершенно новый уровень. Организуются мастер-классы, обмен опытом между журналистами национальной телерадиокомпании и BBC, как в Узбекистане, так и в Великобритании. Буквально недавно группа отечественных тележурналистов ознакомилась с деятельностью британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации. А теперь представитель BBC Марк Робертсон находится в медиацентре национальной телерадиокомпании. Мобильная журналистика – будущее СМИ как Узбекистана, так и других стран. Она дает возможность репортерам взять ответственность в свои руки и не привлекать всю съемочную группу. Автор сюжета готовит не только тексты, но и монтирует кадры самостоятельно, на свое усмотрение. Это дает возможность сэкономить время и вникнуть в тему обстоятельно. Ваши журналисты имеют хороший опыт и умеют эффективно пользоваться возможностями гаджетов. Семинар позволит им ознакомиться с новыми методами обработки видео, оперативно передавать информацию, словом, стать более мобильней.